что хотите-то, вы что хотите-то, граждане? На окраине Питера поймали неадекватного водителя Peugeot, который врезался в другую машину и пытался сбежать после ДТП. Его подозревают в угоне. Да мне по***а заду, мне не страшно, давайте удвоим. Смотри, 58 промилле, 70 на. Молодой, возьмите, пожалуйста. 78. Кадрами того, что происходило вечером в воскресенье после задержания, поделился паблик «Дорожный инспектор». У водителя 2002 года рождения не было документов на машину, он даже не смог объяснить, чья она. Также он никогда не получал водительские права. Слышь, дай зажигалку. Не надо выходить с машины. После нескольких попыток водителя дунуть в трубочку был оформлен отказ от освидетельствования на состояние опьянения. We'll be right back.